Бог меня бросил, правда? Говори. В чем дело? Какие-то проблемы? Ола, сеньор. Она чокнутая. Герой возвращается. Подвозил Эсперанзу домой, верно? И немного волшебства от Рика. Парень хватается за любую предоставленную возможность. А теперь слушайте, эта река как Кокадрильо Перезоса. Картель Монтана использует ее для переправки коки. Нам нужно перехватить специальную поставку этим утром. Вверх по реке Рика. Проверьте причал и узнайте, что там происходит. Затем убирайся. Вот твой транспорт.
Специальная поставка уже вскоре начнется. Иди сюда, пока они не упаковались и не ушли. Поспеши. Удачи. Крепись. Это будет очень сложно. Что у тебя, Рика? Дело в том, что они загружают ракетное топливо, боеголовки и прочее оборудование. Боеголовки? Черт. Какого черта они там делают? Черт, черт. У них там даже нет рации. Но там речь идет о ракетах. Следи за тем, что делаешь. Смотри на линии, Рика. Что тебя задержало? Нужно освеживать тунца и начистить картошки. Думал, сегодня у нас будет барбекю. Что думаешь по этому поводу? Эй, не дай мне испортить вечеринку. Мой ход. Кейн, нам нужно попробовать того ананасового щербета. Почему бы и нет? Смена режима всегда нагоняет аппетит. Ты согласен, Рика? Thank you.
чертов пута. Вон он, убейте его. Прошу вас, сеньор. Босс идиот. Жена его изменяет. Приятель, тебе лучше выйти на свет. Немедленно. Вон он. Убейте его. Пришли за подмогу немедленно. Я могу любить тебя так сильно, милый.
Бутылка вина и Библия. Меня покинули мои единственные друзья. Полиция, схватите его! Thank you.
товарищ, ты готов вступить в войну с ничтожным правительством? Видишь, что происходит, когда выводишь меня из себя? Живо сиди. У меня много детей. Пожалуйста, не трогайте меня. Скучно. Мне так скучно, что я забыл свое собственное имя. Туристы, да? Ну, конечно.
Вперед, дружище! Да здравствует революция! Быстро в укрытие, быстро! Умри! Вон он. Убейте его. Добро пожаловать. Thank you.
Бог меня бросил, правда?
схватить его. Получай-ка. Она чокнутая. Прошу вас, сеньор, у меня много детей. Когда-то я был известным.
Фаламига! Чинга идиота! Фаламига! Пришлите подлогу немедленно! Шевеливайтесь! Схватить его! Быстрее! Нам нужна помощь! Пендьехо, убейте его! Эй, кто-нибудь? Быстро. Хорошо, поторопитесь. Убейте этого ублюдка. Пошел, 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 пошел. Пришли. Пендьехо, убейте его. В укрытие. Убейте его! Пригнитесь, солдаты! Схватитесь! Быстрее, нам нужна помощь! Пошевели! Пригнитесь, солдат! Схватите его! Мы под обстрелом! Знаешь, я могу немного сегодня развлечься. Да, я тоже спешу, козел. Прошу вас, сеньор, у меня много детей. Вниз. Пошли. Аккуратно с оружием. Скажи мне, где прячутся повстанцы? Подними свои руки. Пригнитесь. Ты убьешь так кого-то, придурок! Ты
Oh,
Спасибо, что пришел, друг мой. Сегодня мой муж встречается с очень большими денежными людьми. Мы стали похожи на то хорошей инвестицией. Иди сюда, я покажу тебе работенку от нас для тебя. Споришь, что это так? Мы должны поразить этих людей, показав серьезность Риоха. Это самое большое поле коки в Монтане. Если ему предстоит быть уничтоженным, да будет так. Пусть пеняют на себя. Вся утраченная кока, все утраченные деньги и паранойя, верно? Им будет интересно, кто такой сильный мог все это провернуть. И это буду я? Все верно. Знаешь, что мне нравится в тебе? То, что ты ведешь себя так, как будто знаешь все, но на самом деле не знаешь ничего. Я... И я сказал ей, мне все равно, что сейчас утро, я все равно хочу выпить. Где мое пиво, тупой баран? Добро пожаловать, сеньор. Вот глупцы. Ну что ж вы делаете? Вот глупцы. Ну что ж вы делаете? Эти чертовы пожарцы мне всю кровь выпили.
Осталось всего 5. За работу! Грустно, что ты пьешь один. Приветствую, друг мой. Разочарован, что здесь нет моей жены, не так ли? Она же такая сладкая, верно? Да, у нее отличный характер. Известия о твоих маленьких приключениях на полях с кокой быстро разлетаются. У Монтана мучаются проблем. И все для них будет лишь хуже, верно? Давай отпразднуем наше прекрасное партнерство. Thank you.